единственный танк, типа Blood и половина прост. Ну так и должно быть. Нормально. Как оно будет считать? То есть что оно мне дает за бонус? Ты имеешь в виду Т5? Ну да. Там, короче, проблема в чем? Т5, короче. Значит, у меня ФДК я играл и... Сейчас открою эти таланты. Вот там нужно вкачать до кровопийца. Почему-то, по какой-то причине, если кровопийцу ты не вкачиваешь, то у тебя никаких бонусов Т5 нету из БДК ветки. То есть из описания БДК. Mm-hmm. Вот. А тут этот самый, кто... Тут ловчий тундры, вроде. Ну как все ластовые вот эти вот. Чтоб типа нельзя было кучу гибридов понасобирать. То есть... Ну, я, да, делал, я делал БДК, но... Сейчас там какие-то правки были, я особо не вдавался в подробности, потому что мне как бы оно не надо. Там ротация немножко другая в БДК в Т5. Там дело в том, короче, что... если кровочервей нету, то бонус от БДК как крови не будет. Нет, там не кровочерви, а кровопийца. А, предпоследний, кровопийца. Да, талант. Опять, который понял, там... понял. Вот, и... Ну, я не знаю, вот... Блять, я не видел. Ну, вот ФДК... И чем хорош? Почему Алара танчит? Потому что вот эта лужа ставится. Все, это топовый дев. Еще Джайн ее танчит в ФМК. Ну, это да, это понятно. Она и рейду нужна, и тебе анхоликом, нужна. Анхоликом я не играл, но нечего о нем хорошего такого сказать. Там, я не знаю, что в нем там офигенно. Что он там шипешников апнет 13%, то это болезнь или что. Анхолика я видел только одного хорошего в этих танвалах. У них танк. Кота какой-то... Кот, короче, что-то с котом связано, ник. Uh-huh. И вот он в анхолике, он спокойно, типа, фулл ЦЛК 10, гера танчивал. Или гера, чай, десятка, это херня все. Ну, там тоже магии бьет очень да, много. Понимаешь, десятки это не то ну, совершенно. Понятно, тоже. Понятно, ну вот. Я к тому, что если считать про боссов, типа, Халион, гер, лич, гер, там, всякие ну, я понял. Ласты, топовый, там, топовый. Ну, ну, я вот смотри, вот ДКшник у меня 4Т4 танчит. По какой причине? Потому что агронабор стабильный. То есть я, когда начинаю бить цель, в каждом макросе, в каждом ударе, это тут рунический удар. Ну да, да, да. У меня точно так же. У меня макрос он привязан. Плюс к этому, да. Да, плюс агронабор, как бы, ну, он такой стабильный, хороший. То есть можно держать на уровне, можно держать Т5. Ну там стопы, конечно. Плюс лужа хорошо раздамаживает. Плюс этот самый, кто он? Т4 на рейд прожимка. Она вообще никак не лечит. Хорошая она штука. Да, да, шикарно. Согласен. И достаточно она быстро кдшится. Долго. Да, 2 минуты. Про товаров Т4 еще круче. Но это минута 45, на 15 секунд быстрее. Mm-hmm. В этом плане про товар покруче. Да, неплохо, неплохо. Плюс на 12 секунд вообще мега круто. Ну ладно, я понял. Че, полетели тогда куда? ОКХМ же? Ага. Обычка. А, ОК обычка летит? Ну ладно, я уже тогда вылетел. Все, спасибо тогда. Ну, я хотел просто. Буду пробовать. Ну если че, если че, 3ДКшником, имею в виду, перспективы ДКшника, это, блядь, танкование Халиона в свету. Во тьме можно танковать. У меня видосы все эти есть. Да я танчил. Вот. Ну вообще там как бы ноль проблем. Что просто тебе проще вот. Будет ЛПшкой забирать голема и все. Я понял, танчить весь старый контент я танчил в ХМах на этом, на серфе. Вот, а новых контент пока мало осваивал танком. Ну робота. Вся фишка там будет просто в смотрении Woman и все. А чтобы агро, если что, сразу набивать ЛПшками. Непонятно. Ладно, пошли туда. Ага. Спасибо. Вот. То не, вот подожди, тебя в любом случае было... на эту смотку запустят, так что ты не переживай. Там было долго, просто... который можно мне сидеть. Просто сейчас... в лейде. Мне просто сейчас не очень интересно сидеть, пялиться в экран, слушать, когда меня позовут. Я бы пошел книжку почитал там. Если ты сидишь на замене, ты должен подразумевать, что тебя могут позвать любой момент. Вот я и говорю, что я вот хочу, не хочу ждать. Не, ну ты можешь из игры выйти, а Дискорд оставить. Да, ты что-нибудь представь, чтобы тебя маякнуть можно было.
Если вдруг кто-то... Только попроси кого-нибудь, чтобы тебе позвонили на телефон. Там, ну, я тебе этот напишу в Дискорде, если что, хорошо? Окей. Давай. Зайди в другую группу, в пустую, в чулан, и чтобы туда кто-то зашел и крикнул тебе в колонке, ты услышишь так. В чулане он ничего не услышит. Он хочет просто от компьютера отойти, как я поняла. Ну, отошел и включил колонки. Ливнул с рейда. Ну, тогда тебе проще, да, в другую комнату прыгнуть, попросить, чтобы тебя позвали там, если ты нужен. А ты это, ты в рейд-то верни, чтобы тебе ИП накидывалось. Потому что тут как бы это, если вдруг там 5 варов... Я еще вот ДКшником не вышел. Пойдет. Или зайти на вар надо. Именно на того перса, на ком ты будешь одеваться и на ком ты будешь ходить в рейды по этому варам. Еще тут немножко замена в том, что какой персонаж у тебя указан как мейн персонаж. То есть на твина могут заходить только люди, которым это разрешили. Чё, вара ну тебе? Ладно, Кир, не пугай человека, ну чё ты? Я уже вышел просто. Привык. Я помню, когда я в гильду вступила, кислые с пианистом на меня орали, я после рейда сразу ливала, они на меня очень кстати, сильно орали, алоэ, кстати, по ЕП не получилось. Вот алоэ, он, кстати, не будет до выходить, что ли, или чё? Я ходил временно, когда у меня не получалось вечером из-за лагов. Ну, что я понял. Трэш почистили? Значит, ты не ДВшник, да, тут больше? Тут пару мобов еще сверху летает. Да я и не был, я просто предупредил на время лагов. 2 недели было или 3. Сейчас нормализован. Полин. Прием. Меня будешь, если отвлекать, я тебя на время запихаю в ЧС. Я в рейде не отвлекаю. В кипятильник. Блин, ну там... ты-то чё, Полин? Ну чё, вы тут? Так не даются ставить моба лупят. Еще раз, ребята, вы либо в голос, либо в рейд-чат обсуждаете байеров, чтобы не было никакой драки там из-за байеров и прочих кусков. В данный момент я знаю, что плечи Т5 Пауэр Рокшам зайдет, заберет Сантей. Шапка, грудь, разбойник. Кому нужна? На мейн там, на оф какой-то. Ну, мне нужны только штаны на хила. Если какие-то куски кому-то не горят, я могу байеру сказать. У меня есть байер на все куски шаманов. Осторожно, захиливайтесь на фул. 2 моба. Захититесь на фул быстрее. По-любому ванили. Че? Ты урвал? Нет. Ладно, извини. Это сейчас я вижу, что хилит два. Блин, ну что за необоснованное вообще? Да, я тоже так понял. Че, быстренько принесем все? Да, мы здесь как не в тот раз. А тебе шапка терпеть нужна на рогу? Блин, резни, пожалуйста, помню. Шапка и грудь, да. На рогу, да? Все помню. Да. А в смысле, а ты что хотел? У тебя есть шапка Т5 на рогу? Не, да я не себе покупать. Че, всех мобов убили? Не говорю, если кому-то они нужны, у меня на все куски есть. Вы только скажите, какие, чтобы я сказал человеку, чтобы он не ждал просто. Воронку в последнюю, да, ячейку надо ложить? Любую потом сам перекину. Я в последнюю положу. Шторм, ты с нами, слышишь меня? Да, конечно. Похилишь? Да, если надо, да. Просто я в пати в другом, поэтому я... Суманить? Ну я, да, просто не дожал. Пишу в чат и хрен чего. Проверили группу и суманули всех отсутствующих. А босс у нас, значит, Алоэ вторая платформа, Войд первая платформа, Блэк Киллер внизу на трэше. Соответственно, с Войдом бегает Ягодный Торт, с Алоэ бегает Шторм.
остальные хилы по рейду. Так, братан, я кулаки дам, ладно? Ты даешь каски. По всему рейду. Если кого-то бернут, чтобы баф был обновлен. Блоккиллер внизу, да? Да. Все, у всех каски есть, блядь. Ты сам должен проверить. У разбойников нет. У разбойников нету, у престов нету, у... И все вроде. Так. Еще у Биг Бабла нету. Маги, поставьте столик, пожалуйста, если не трудно. Спасибо. А где прист? Неликс, ты где? Все, ты всем дал, все. Все. Причина баф и пул. Я готов, Ваг, можешь начинать. Ты не разговариваешь во время пула и вообще не издаешь ни звука. Хорошо. Войт, это на какой платформе? Мопса. Чего не хватает? Он на первой. Я уже взяла. Как завершит круг пул? Ваниль, с тебя аура. Че? Третья аура с тебя. Я на четвертую бой. Твоя.
Добьют же, да, по идее? Да. Ты... Ну, на вторую не буду бежать. Не знаю, 20 дней тогда. Ну, не знаю. Добьют. Можно вниз. На 8. Не долетит. Теперь я сейчас. Я это, с центра долетит. На звездочку, на войду, на пульте. Лужа. Стану тебя, не стану. Маба, заберите. Два танка. Блэккиллер, алоэ. Тут из вас пускаю стенки стоит, решите, давайте. Блэккиллер, стой, я буду ловить. Стопните по малому хп. Его надо убивать, когда босс появится. Или опять тактику рассказывать надо. Что вы делаете? Ребята, вы тут вообще нет? Дольше просто будете бить босса. До 30% без дота стопайте, вот 40% уже стопайте. Босс появится, не бей. Босс появится, добивайте. Шунан, поднимай мосу. Осторожней с дамагом. Стоп, потрэш. Помоги, стрэш меня откинул. Порешал поднимать Днюшу. Нюша же, наверное. Сядь, охренели, куда? Так он срывает. Уже рано дает. На таунте висит моп, он его херает. Тут не таунты нужны, а крабобов. Ну, моба 2. ГКД-то не позволяет сразу по двоим опышку дать.
Что заливаете? Вот что делаете? Не знаю, что это такое. Оу. Прикольно. Встать можете, шамана? Да, могу, а надо ли? 9 лямов. Я не думаю, вставай. Не особо. Вот подбейте сейчас, только не убейте. Два моба, чтобы подбитых было. Уголь убил. Уголь Алара убил. Мелиататы. Понятно. Все, можете фулл ДПС в мобов. Как убьете, можете босса убить. В тех, которые мало. Ну и череп добейте. О, книжка. Да неужели? Она в руке есть. Мне вот этот... Не, конь, не твой день. Ну, мне прикинь, вот этот ствол с мастерством хотели за ГП вхерачить. Ну, типа... Мастерство есть, да? Ну, а потом, типа, такое, значит, не зашли. Ну, ладно. На, за 10% там. Фулл контент оттанчил про товаром, блядь. За фулл ГП ствол, на, забирай, да. Отводи там большой, давай зергайте быстрее. Против это. Зергайте моба быстрее. Второго вот цагрю сейчас. Отведи. Блядь. Все паролили по это. Больше роллов не будет. Да кому он нужен? Там на непобедимого, наверное, больше людей рулят, чем его. Коника, ты в шедешке играешь? А, по-моему, так в шедешке сейчас. А, если он палан хочет. Я бы от шедешки отказался трогать. Мне немного привет. Бак, почему ты ЕП после каждого убийства не читаешь? Есть такое, да? Что не так? Не, просто мне интересно. Лага, а боешка в мобе. Сейчас заберу. Еще забыл. Вот свишнуть. Оставьте мне этого моба. С отражением. Не трогайте до каждого. Тебе закинул кирс, то у меня места мало. Окей. К роботу подойду, все в ГБшку скину, что он не пал, да. Сантей, ты уже можешь в целом релогнуть. Кнопка опять, наверное, стояла. На шамана релогай с Сантей. Желающие послакать робота есть? Я могу, но все равно в дубе не светит. Че, не будем вайпаться на этом трэше, надеюсь? Вот сюда в уголок вставайте. Эликс, я могу послакать, но мне надо голду как-то забрать, если ты пать. А, слушай, можешь послакать, он мне голд даст. Он просто твой процент отдам и все. Ну давай. В уголок. Назад, здесь пули, рейд пули. Стоит спиной к стене. Кто летит к рейду, тот получает ГП. Без даже права снятия. Не достаю.
Слишком далеко. ДД спек у кого из ДКшек АДК? Алло, и у тебя там что по ДД спеку? То же самое, анхолив Т10. Ну лучше в анхолик-то аспекнешься. На боссе будет МТ Войд, а в танк это Блэккиллер. Кир, что за дела? Ай. Сорвал случайно. Там стан берет. Ну, блин, я уже просто шипы прожал. Там стан вылез. Баны раздайте. Это что такое? Что не знаешь? В смысле, в дискорде кого-то забанить? Ну, всех в ЧС. Ваш черепок, мой дальний, без метки. Зергайте черепок. Погнали, чё, ДКшники? Элик, вставай. Хотел бы сказать, он все еще хочет оставить свои таланты в том же... Но меня уже тоже убило сегодня. Вот, я написал тебе там в ЛС. Да, видел.
То же самое с этим бомбами. Ваш черепок. Не без метра. Давай, огрейте. Кара, блин. Забанить. Внель, ты можешь уже обновить каски по рейду. После трэша мы сразу же сделали пул. Ща. Там Байра надо сломать еще. Кто хочет послакать робота? Один плюс. А хотя я забыл. Кирс послакает, а вы это... Оставайтесь. Что такое, обломщик? Мне не стыдно, серьезно. Нету ни стыда, ни совести. Чё там, у всех каски? Проверяй, прокликивай вручную, если у тебя полипауэр не стоит. Ой, киллер, спекнешься в ДД, ты побольше выйдешь. Алло, ты просто апнешь. Ну, Алекса. Я и так в анхоле. Короче, вроде всех. Ну хорошо, значит, мейн танк войд, оф танк алоэ. Блэккиллер, ДД. Каску под кассу вижу. Сумонти ханта.